Всем привет, с вами Сергей, я рад приветствовать вас на канале Bastion S. И сегодня мы поговорим об одной из наших дверей. А какой? Bastion Classic. Что же представляет из себя данная модель? Если говорить про взломостойкие двери, сертифицированные как минимум на второй класс взломостойкости, то это именно она, потому что у данной конструкции наружный лист стали 3 мм. А как вы знаете, это уже то, что проблематично будет спороть килечным ножом. В области замков идет дополнительный лист еще 3 мм. Эту внутреннюю трешку можно заменить на ферромарганцевые пластины при вашем желании. Ферромарганцевые пластины будут защищать ваши замки от высверливания. Скажу сразу, что ее нельзя добавить к внутренней трешке, ее можно только поменять. Из-за того, что торец двери здесь 40 мм, и дополнительная пластина просто не поместится, некуда будет поставить замок. Замки крепится в данную дверь вкладным способом, так же, как дверь усиленную Monolith Premium. Все, кроме электронных замков. Электронные замки по своему типу конструкции крепятся только врезным способом. Вкладной способ выглядит следующим образом. Кстати, это тоже Bastion Classic, но с терморазрывом. Вкладные замки, отверстия только под ригели. К ней мы еще вернемся. Продолжим. В данной двери 6 ребер жесткости. Как вертикальные, так и горизонтальные. Скажу сразу, что разнонаправленные ребра жесткости – это неотъемлемая часть взломостойкой двери, чтобы удерживать жесткость конструкцию во всех плоскостях. Далее. Замки вы ставите, как и в любую нашу дверь, абсолютно любые по вашему желанию. 1, 2, 3, 4, ну, на ваше усмотрение. Но скажу сразу, дверь должна быть сбалансированная, и ставить в дверь Classic 4 замка будет нецелесообразно. С петлевой стороны 2 противосъемных штыря. Я повторюсь, это тот минимум, который должен быть. Если вы хотите сделать больше, мы добавим. Дальше. Дверная коробка, профиль 80 на 40. При желании его можно поменять на уголок, чтобы увеличить цветовой проход, либо сделать его из швеллера, если вам нужна более жесткая конструкция. Перейдем к внутренностям. Вся полость двери заполнена минеральной ватой Урса с плотностью 18 кг на кубометр. При желании можно добавить прослойку пенополиуретана по всей площади стального листа. У данной двери будет коэффициент шумоизоляции в районе 40 дБ. И если в выборе отталкиваться именно от шумоизоляции, то данной двери вам более чем достаточно. То есть мы имеем дверь второго класса взломостойкости. Не путайте, кстати, с замками. В двери второго класса взломостойкости замки должны быть четвертого класса взломостойкости. Также дверь сертифицирована на первый класс звукоизоляции, то есть максимальный. И последнее. Как ваша дверь будет выглядеть? Решайте, как и всегда, только вы сами. В данном случае стоит 3D-панель, декоративная, крашенная по палитре RAL. Обратите внимание, наличники также 3D дополняют рисунок данной двери. То есть каждая полоска на наличник, выпирающие кубики также на наличнике. То есть все это есть. В данном случае в данной двери стоит замок CADAS, тоже черный, который дополняет не только технические характеристики двери, но и саму визуальную картинку. Есть ли смысл ставить в дверь Classic умные замки? Умные замки – это просто удобство. К взломостойкости они, в принципе, отношения не имеют. Поэтому, если вам нужна довольно-таки хорошая, практичная дверь, которая будет открываться при помощи отпечатка пальца, это именно то сочетание, которое вам нужно. И как и все наши двери, данную дверь можно доработать терморазрывом. Я вам ее уже показывал. Рядом стоит дверь Classic, доработанная терморазрывом. Что меняется в данной двери при такой опции? Минвата Урса меняется на каменную вату Rockwell Acoustic Buds Pro с плотностью 62 кг на кубометр. Дополняется через специальный термоизолятор еще один профиль 20 мм, внутренность на уровне которого заполнена пеноплексом. Пеноплекс – материал, который имеет очень высокий класс теплопроводности. То есть данная дверь не будет промерзать, так как металл в ней разорван, плюс сама дверная створка имеет заполнение каменная вата, плюс пеноплекс, плюс пенополиуретан. То есть за этой дверью можно быть спокойным и знать точно, что вы не замерзнете и потерь тепла не будет. Также обратите внимание, в данной двери для сувального замка мы не делали внутреннюю скважину, чтобы не было сквозного отверстия двери, что тоже уменьшает теплопотери. Ну и, собственно, сама дверная коробка будет также с терморазрывом. Как вы видите здесь, она еще и выкрашена в два разных цвета. Снаружи под наружную отделку, внутри под внутреннюю отделку. Как я уже сказал, дизайн вы можете выполнить абсолютно любой, какой вы желаете. Для этого вам достаточно перейти по ссылке в описании, оставить заявку, и наш дизайнер вам обязательно нарисует, если у вас какие-то свои запросы. Если резюмировать, то это надежная дверь по привлекательной цене. Также хочу отметить, что на все металлоконструкции, как и на эту в том числе, мы даем гарантию 10 лет.
и за двери не берем предоплату. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о данной модели. Поэтому не забывайте подписаться, поставить лайк. А с вами был Сергей на канале Bastion S. Всем пока!